Всем привет, друзья! Сегодня покажу, где и как скачать и установить Bandicam. Заходим, как всегда, в группу Spintera Driver 51 Rus в раздел ссылки. Также тут есть Spintera 0.3.0.3.16, последняя версия, пиратка, но играет по сети. Создаете аккаунт в Стиме, скачиваете пиратку, запускаете, будете играть по сетке. Так, ладно, не об этом. Так, находим ссылочку на Bandicam, чуть выше ссылка тоже на программу, которая пишет видео. Так, здесь заходим по ссылке на TurboBit у нас на сайт. Ничего не ставим. Ставим спасибо не надо, бесплатно. Я не робот. Это точно. Так, это как всегда у нас. Везде рекламка всплывает. Нажимаем скачать. Ждем минутку, появляется ссылочка на скачивание. И скачиваем. О, жесть какая. Так. В принципе, писать можно, что Bandicam, что экшен. Я вообще писал изначально экшен. Сейчас иногда пишу Bandicam. Bandicam место занимает поменьше при записи. Но пишет вроде экшен лучше. Хотя, в принципе, там сильно разницы не чувствуется. Я даже пробовал писать Bandicam'ом видео и потом папочку указывал записывающееся видео, куда записывает экшен. А потом сначала записывал Bandicam'ом, потом Bandicam вырубал, включал экшен и конвертил видео экшена потом еще и выкладывал на канал. В принципе, все работает. Качество, в принципе, такое, что-то где-то рядом, что у Bandicam, что у экшена. Как вы по видео, по-моему, сами видите качество видоса. Пишу я 1980 на 1080, а конверчу экшеном, ставлю высокое качество и разрешение, по-моему, 1080i. Выходное видео после конверта. Вот. Как-то так. Ну, могу сказать одно, что это занимает времени очень много, как бы, если вот конвертить видео, выкладывать. Все это весит. Весит много. Плюс еще пока это все загоняется на канал, на YouTube. Скажем так. В принципе, кто желает, хочет, можете писать, попробовать скачать обе программы, Bandicam и Lyris Action.
попробовать той пописать, этой пописать, попробовать выложить на YouTube, самим посмотреть, какое качество выбрать из них. Альтернативу у меня, в принципе, обе программы. Обе программы. Пишу и то, и эти. Так, извлечь. Извлекаем. Бандикам. Установка. Читаем обязательно. Производить бандикам установку. Видите, вот установка с ярлыка. Тихая установка. Вот. Прочитали. Зашли. Нашли тихую установку. Вот она. Ну, давайте установим. Все, пожалуйста, ребята, бандикам у нас уже тут. Это мы закрываем. Советую папочки, вот которые скачиваете, сохранить. Так, просит у меня картайм видео. Так. Производительность ставим. Я ставлю, да. Так. Папка вывода. Так, папку выводом делаем. Бум-бум-бум. Там же, где у нас и это чисто. И точно нажал. Так, нам как-то надо попасть на диск С. Диск С. Вот оно, папочка запись. Это ярлычок я просто на самой папочке поменял. То есть тут обычно вот такая папочка. Будете потом искать все такую папку. Так, все есть. Так, FPS. Клавиша не нужна. Так, старт. Так. Старт стоп. Ага, сейчас я не могу поменять. У меня просто на экшене тоже стоит F9. Я по привычке уже хотел поставить тут F9. Настройки видео формат AVI, пишу я HD, то есть вот 1920 на 1080, вот оно как. Ставим так изображение 11, вот скрины лепить во время записи можете спокойно, даже на пиратке, и скрины будут сохраняться у вас в папочку вот в эту. Вот скрин, это сделанный бандикамом. Так. Пум-пум-пум. Так. Высокое качество. Вот джетпек ставите. Угу. Которое видео в папке. Так, а вот лицензия, то есть лицензия ломаная, походу. Ну и все, все, С. Ага. Дальше запись звук мне надо где-то я не пошел, не нашел. Тут-ту-ту. Угу. Вот микрофон. Микрофон. Ну все, наверное. Изображение программы. Все, ребята. Сейчас тут должно писать, работать. Завелся. Так что все, ребята, скачивайте, пишите видосы, делайте скрины. Всем удачи, всем пока. Заходите в группу, подписывайтесь. На канал подписывайтесь. Всем удачи, до свидания.